Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я рада встрече с вами. Я хочу вас пригласить со мной вместе создать вот такую замечательную куколку Машеньку. Машенька у нас умница, у нее есть книжечка, она любит читать. Эта куколка не нуждается в подставке, поскольку она устойчиво сидит на любой горизонтальной поверхности. Ею можно, например, украсить книжную полочку. У Машеньки подвижная головка, шплинтовое соединение необычной формы. Она может двигать головку немножко вот так под углом, что придает живости и эмоциональности образу. Также по этим же самым технологиям и выкройкам вы можете создавать свои образы. Вот, например, перед вами две другие куколки, которые созданы по тем же технологиям, что и Машенька, и по тем же выкройкам. Вот данная куколка, она сидит на стульчике, вот на таком. То есть вы можете создавать свои образы, сажать их куда угодно. Вот такой вот милый мальчик, который сидит самостоятельно, даже вот опираясь и на ножки, и на попу. Этот мастер-класс состоит из папки с выкройками и видеоуроками. В видеоуроках я подробно расскажу, как работать с выкройками, раскладывать их на ткани, как правильно сшивать, вырезать, выворачивать, даже самые тоненькие детали, как правильно сделать набивку, загрунтовать куколку. Я расскажу вам рецепт грунта, который не будет ни трескаться, ни осыпаться. Вместе с вами мы нарисуем вот такое вот личико, как у Машеньки. Создадим трессы, из которых мы сделаем прическу. И сошьем вот такой замечательный наряд. Также в виде бонуса в этом мастер-классе будет мини-мастер-класс по созданию вот такой вот настоящей книжечки. Итак, приступим. If it hadn't been for cotton eye Joe, I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, cotton eye Joe? If it hadn't been for cotton eye Joe, I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, cotton eye Joe?
come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?